Здоровым всем, ребята! Кирилл Туха на проводе! Прямо сегодня я буду снимать нереально крутое видео, потому что добавили фильтр по наклейкам. Что же это означает? Это означает, что сегодня я куплю самые крутые, самые дорогие наклейки Раканы. И наша цель — найти Gold School, Punisher, 4 самурая или еще что-то очень-очень крутое. Поэтому, ребята, если вы ждали эту рубрику, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, посмотрите все видео от начала до конца без перемотки, потому что если вы все это сделаете, то я вам подарю Gold Pass'ик, я не шучу. Просто за лайк, подписку, комментарий, камон, мужик. Ну что же, ребята, а нашу охоту с наклейками я хотел бы начать с одной очень красивой, замечательной рарочки, потому что я знаю, что на эту рарку постоянно прячу дорогие наклейки. И тем более, когда появился фильтр по наклейкам, это очень даже удобно. Вы просто посмотрите, каждый скин с наклейками. Я понимаю, что я так смеюсь, как будто я сумасшедший, но для меня это все очень непривычно. Понял. Я не привык, что так можно. Просто ставишь галочку и ищешь. Обалдеть, как же это удобно. Ну что же, леди и джентльмены, давайте смотреть, что же интересненькое мы тут сможем найти. Это прям очень хорошее начало. А представьте, что там будет дальше. О, зона день пошла. Биг бай! Слушай, ну прикольно. О, Аркана даже! Мне интересно, а что будет, когда долистает до 1000 голды? Мне кажется, мы будем сегодня в очень хороших плюсах, я вам отвечаю. Ну, а пока что, ребят, мы листаем, и мы ждем что-то интересненькое. Так, Хэллоуин наклейки. Это 4 легендарки. Ну, нас они не интересуют, их слишком много. Я очень сильно надеюсь, то, что у нас сегодня все получится. И самое главное, то, что это очень популярный скин, потому что каждую секунду кто-то выставляет новые скины. Прямо на Керкерпо! Ну, ребята, не переживайте. Кстати, да, обычно самый дорогой наклейки начинается примерно, вот примерно в районе 900 голды. Что? 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 Это прикол! 4 самурая! Блин, не постанул! Это рофл! Тысяча! Это нереальный укуп! Я могу продать 4 самурая. Тысяч за 6-7 голдишки. Я вам отвечаю, я плюс все 6к. Это только начало этого видео. Представьте, что будет дальше. Какая же это имба! АКР Карбон! Ля, ребята, у меня просто нету слов. Я обожаю АКР Карбон, просто лучший скин в мире. Статрек, я подарю этот АКР Карбон вам! Да! Зачем мне? Я и так богат. Я подарю вам. И чтобы получить совершенно бесплатно, прямо сейчас прожми лайк, подпишись на мой канал и напиши в комментариях, почему я должен его подарить именно тебе. Ладно, ребята, а мы идем искать дальше. Короче, ребята, у меня нереально хорошее настроение, и я понял то, что мне везет очень сильно на Rival коллекции. И я прям сейчас буду листать дальше, только уже P350 ралли. Буду очень внимательно смотреть, чтобы ничего важного не пропустил. Нас интересует как минимум Хэллоуин коллекция. О, кстати, вот если было бы 4 таких наклейки, я бы купил бы, потому что это был бы нереальный окуп. Но пока что все дефолт. Итак, пошла первая Хэллоуин наклейка. Найс, и пулечка. Нам интересно что-то другое, что-то подороже. Так, тут и дефолтик. О, уже пошли Дракулы с Хэллоуин коллекции. Хорошо, хорошо, ребят. Я чувствую, что мы приближаемся к чему-то очень-очень дорогому. Так, так, пока дефолт. Бонзай! Я купил! 4 бонзая! Стоп, подождите. Сколько стоят эти бонзаи? Ради интереса, подожди. Я купил 4 бонзаями. Прямо сейчас собираю наклейки. Да! Да! И 800 голдечки! 860! Это жесткий рофл! А у меня их целых 4 штуки! Я тоже подарю кому-то из вас. Блин, ребят, я не знаю, сегодня просто мой день. Но это только начало. Также, ребята, я всегда хотел пролистать LM Scratch с удаленной Furious коллекции. Я не знаю, как же мне везет. Я богат. Просто сегодня максимально жирный день. Просто жирнее дня вы даже не представите. А прикиньте, что найду Gold School или Punisher. Или еще что-то нереально другое, эксклюзивное. Как же на это буду надеяться. Все, ребята, ищем, ищем, ищем. О, 4 наклейки за 20 голдишки? Да это ж очень дешево. Покупаем. Не, ну а чё, ну 4 наклейки. Посмотри, тут висит 1, 2, 1, 2, максимум 3. А там целых 4 наклейки. Поэтому я и купил. Не удержался. Так, ребят, ищем дальше. Слушайте, ну, пока что день по охоте с наклейками идет очень даже хорошо. Все идет по плану, ребята. Перфективо, белиссимо. 5 минут later. Да! Первая Хэллоуин наклейка. Ну иди к папе. Я ее покупаю. Я знаю, что она дешевая, но я знаю. Знаете, зачем я покупаю? Это, знаете, как мой символ удачи. Вот как некоторые люди ложат $1 в кошелек. Вот так я так же сам ложусь на Хэллоуин наклейку на инвентарь одну. И сейчас я по-любому найду что-то очень дорогое. Я в это
отвечаю. Я не думал, что такое возможно, но оказалось, прямо сейчас произошел баг на наклейке. То есть ниже скин уже не листается. Ну, кстати, да, я нашел очень резкий скин с голдишки с тремя наклейками сектора Б. Ну просто я понимаю, что это выгодно, это окуп. Но мне эти наклейки не нравятся. Фу, блин, стрём лютый. О, посмотри, я тебе выстрел за 1 000 000 голды. Слушай, тебе выгодно? Надо брать, я думаю. Ну ладно, ребят, давайте подождем, чтобы появились еще новые скины. Опа, еще одно интересное предложение. За 160 голдишки я себе могу купить такой скин с 2 гринчами и 2 мишками. И знаете, что я вам скажу? Да конечно же нет, это не укуп. Ребят, вы думаете, что я просто фанюсь? Я действительно планирую в этом видео очень хорошо заработать. И пока что у меня все идет по плану. Я минусовые скины покупать не буду. 2000 years later. Братья, как тебе эти наклеечки, а? Хэштег непогано, да? Хотел бы получить совершенно бесплатно такие скины, как у меня, такие дорогие наклейки. Чтобы не искать, не тратить часы времени, а просто взять на рынок и купить то, что нравится. Это, братан, я тебе советую булдропчик, потому что там проходит просто нереальный ивент, нереальная акция. Ты просто ходишь каждый день на булдропчик, получаешь билетики. Потом эти билетики можешь поменять 1 000 000 голдишки. Или, например, булбасик, выполняешь какие-то мини-задания и получаешь бесплатный дроп, даже ножи, даже кирголд можно получить бесплатно, я не шучу. И помимо всего этого, я вместе с булдропчиком дарю для тебя подарочек, это секретный код, ты его вводишь и получаешь халявный кесик. Поэтому, братанчик, смотри, закрепленный комментарий, ну а мы идем дальше. 2000 years later. Что же я могу вам сказать? Никогда. Не, даже не так. Не листайте, долбанный лэмскрэч! На него, походу, вообще никто наклейки не приклеивает! Я уже сижу полчаса, новых наклеек нету. Поэтому мы, ребята, идем дальше! Я знаю! Desert Eagle, блять! Я хочу пролистать именно его, потому что это один из самых первых диглов в игре. Это Origin коллекция, и тут по-любому будут какие-то крутые, дорогущие наклейки, я в этом уверен. И самое интересное, это даже не рарка, это... Анка-монка! Ну чё, давайте листать. Пока что вижу дефолт. Ого! Буквально 19 голдишки, я уже вижу 4 наклейки. Слушайте, это прям... А вот это реально выгодно, посмотрите. Тут всего лишь один скин с 4 наклейками. Все. Дальше скину с 4 наклейками я просто-напросто не вижу. Я долистал вот 30 голды, вот только сейчас они пошли. Поэтому я, ребята, вышел плюс на 3 голды. Я даже не знаю, зачем я купил этот скин. Ну ладно, погнали. Погнали, еще раз погнали. Если найду где-то хлын коллекцию до 100 голды, я буду покупать однозначно. Вау, как красивая наклейка. Я даже не знаю, это укуп или нет, но я куплю. Мне почему-то сердце подсказывает, что я в укупе. Но, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Ищем дальше. Ну а пока что Origin коллекция до сих пор не вижу. Ну окей, давайте листать до 200 голды. Ну может, хотя бы тут-то будет Origin коллекция. Ну в конце как... О, наклеечка King! Наклеечка Dragon? О, это уже прям очень хорошие скины. Аля, ребят, походу мы листаем в правильном направлении. Возможно, именно тут будет Хэллоуин коллекция. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята, уже становится очень-очень горячо. 4 наклейки King, что? Обалдеть. Это аркан или мне кажется? Что? Это просто лучший день моей жизни. Мама, роди меня заново. Я грибу или бабу. 4 самураи. Я, конечно, такого не ждал. На таком скине и такие крутые наклейки. Я просто в шоках. Но прямо сейчас вы скажете, что я сошел с ума, и вы будете правы, потому что я планирую листать на М4 Tiger. Мне очень понравились скины с Origin коллекции, потому что тут очень много крутых, дорогих наклеек. А М4 Tiger это вообще, наверное, самый первый скин в игре. Поэтому, конечно же, я не могу его пройти стороной. Листаем эту долгожданную комоночку. Погнали. Опа. А вы посмотрите, что я увидел. Опа, аккордеончик, который стоит 1,5 косарика. То есть это тоже окуп. Но, кто его купит? Давайте говорить откровенно. Это окуп? Но никто эту комонку не купит. Вау! Ребята, вы даже не представляете, насколько же я рад. Вот это скины, вот это понимаю. Пошла жара по трубам. Я не верю своим глазам. Трипани шара. Давайте посмотрим, сколько стоит этот скин. Трипани шара, я не шучу. 62 500. Ну, как вам сказать? Дороватенько. Блин, просто трипани шара. Блин, если я купил скин, я буду самым крутым типом в мире. Ладно, пока не буду. Короче, брат, если ты меня смотришь, я готов дать тебе скин 30 000 за трипани шара.
Да, это может быть дешево, но это комонка. Учитывая это, за 30к я куплю. Обалдеть, мы нашли Punisher. Я даже не думал, что мы тут найдем такие дорогие наклейки. Это арканы своей коллекции. Грубо говоря, родительский скинул, я и начал снимать это видео. Блин, я даже не ожидал, что какой-то сумасшедший приклеит на комонку такие дорогие наклейки. А может быть, мы попробуем, испытаем нашу удачу на Кэр Тайгере? А че бы нет? Погнали листать. Я, конечно, извиняюсь. Вот эти все скины за 17 голдишки. Выбираю, не хочу. Слушайте, вот эта наклейка, я не знаю, сколько она стоит, но она выглядит так, как будто она стоит очень дорого, поэтому я ее куплю на всякий пожарный. Надеюсь, я не лоханулся. Напишите об этом в комментариях. Слушайте, ребят, ну прям мне вообще очень прям нравится этот скин. Ха-ха! За 3800, да. Вот это! Вот это! Вы что, это имеете перед тем, как выставлять скины? Ладно, ребят, давайте еще подождем минут 15, посмотрим, какие скины тут будут. 1 minute 37 seconds later. Подождите! Это аркана или мне показал? Ребят, напишите в комментариях, это что за корона? Я вообще такую наклейку первый в жизни вижу! А вдруг это реально аркана? Да ты что, посмотрите на наклеечки. Короче, как я понимаю, кроме той короны, нормальных наклеек не было. Мне уже надоело сидеть на этом скине, поэтому знаете что? А давайте-ка мы пойдем дальше. Погнали! Я вот так думал, как бы мне скин поискать, чтобы там по-любому были дорогие наклейки. Так вот, это АКР Некромансер. Я думаю, никто из вас спорить не будет, то что на этом скине, ну прям 1000000%, прям стопудово, вот дорогущие наклейки арканы. Что? 460! Наклейка аркана стоит 1500, и 3 легендарки стоят еще под 400 голды. Это мега окуп, конечно, покупаю. Конечно, покупаю эту малышечку. Все, купил, братва. Можете меня поздравить. Вот он, у меня ветре. Так, окей, ищем дальше. Блин, какие же разработчики молодцы. Утро жизни добавили что-то полезное. Вот из всего этого обновления мне понравился больше всего фильтр по наклейкам, я отвечаю. Ну и фильтр по паттернам. Вот это мне понравилось больше всего. Девилиш! Две арканы! Вау, как много всего дорогого! Ребят, это просто что-то на богатом, я не могу. Это что-то на богатом. Вот это, конечно, да. Опа-па. Еще один Эпик Схлын Коллекцион. Я отвечаю, походу мы листаем то, что надо. Походу я просто листал не за правильную цену, потому что тут прям очень много крутых наклеек. Ну просто, например, посмотрите на вот это. 1,5 косаря. Ну реально адекватная цена. Вот без рофла. Ну просто у меня уже есть такая РТХ, поэтому я себе покупать не буду. И тем более мне нравится самурай. Вы все это знаете. Вот если будет самурай, я не держусь. Вот отвечаю. Что? Эта наклейка стоит 15. Вы ненормальные, вы просто ненормальные. Кто клеит? Это такие скины, такие наклейки. Еще одна за 1600. Кто клеит этот бэт наклейку? Вот это ж да. Еще одна аркана. Я в шоке. Что? Не-не-не, 4 арканы, я еще выйду через 2. Вы на приколе? 4 арканы, 4 арканы, вау. Я так хочу просто взять и облизать этот скинчик. О, да, какая-то соска. Ну и только что я долистал в самый конец. И самая высокая цена на Кэр Некромансер это 999.999.90. Это вот этот вот скин. Я, конечно, извиняюсь, но мне такой скин точно не нравится. Слушай, ну этот скин не похуй, правильно? Ну слушай, вот этот скин не похуй. Ну мне прям реально понравился, но есть одно небольшое ну. Под названием цена 1 000 000 голды. Как вам такое? Фу. Короче, ребята, я думаю, на этом мы можем с вами заканчивать. Я вам подарю все эти скины совершенно бесплатно, плюс скин с 4 самураями и скин с 4, блин, этими деревьями. Ну, поняли, да? Подарю все, ребят, за подписку на мой YouTube канал и на мой Telegram. Именно в телеге я разыграю все эти скины. Поэтому, ребята, прямо в эту секунду прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, на мой телегу. Напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуга. Всем удачи, всем пока-пока.